В России с 28 октября завершаются зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23 часов до 6 утра. Об этом объявил Роспотребнадзор. Гражданам также предписано носить маски в людных местах, транспорте, на парковках и в лифтах. Кроме того, санитарное ведомство решило усилить дезинфекцию в транспорте, магазинах и в театрах. Бывший глава Хабаровского района Денис Удод может встать во главе Минстроя Забайкальского края вместо покинувшего этот пост Алексея Гончарова. Об этом ZAP.ru сообщил источник в правительстве края. Удод сложил в себя полномочия главы района в конце прошлого года по собственному желанию. На данном посту чиновник протрудился 3 года. Напомним, ранее портал писал, что министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Алексей Гончаров покинул свой пост, о чем он сам сообщил во время оперативного совещания 26 октября. Активисты движения «Протестное Забайкалье» сегодня выйдут на пикет в поддержку блогера Алексея Закружного, которого обвинили в призывах к массовым беспорядкам. Об этом сообщается в телеграм-канале движения. Пикет пройдет с 17.30 до 18.30 по адресу улица Кастринская, 3. Разрешение на проведение подписал глава администрации города Александр Сапожников. В распоряжении говорится, что ответственным за проведение и соблюдение противоэпидемических мер будет Виктор Турлыгин. В пикете смогут поучаствовать 10 человек. Пенсионный фонд планирует потратить больше 706 миллионов рублей на приобретение новых офисов по всей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета ПФР на трехлетку. Помещения, в частности, будут куплены в Свердловской и Курганской областях и в Крыму. Параметры приобретаемых офисов не уточняются. Кроме того, в 2021 году бюджетная организация потратит 115 миллионов рублей на обучение своих сотрудников.